Здравствуйте. В эфире Национального телевидения Чуваши и программа «По существу». Сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер. Алена Игоревна, Госдума отработала практически целую учебную четверть, если брать за точку отсчета Новый год. Что уже удалось сделать и что сейчас у вас в работе? Есть важные вещи, которые важны, наверное, прежде всего для меня, и мы с вами их обсуждали в прошлый раз. Удалось в первом чтении принять единогласно законопроект, автором которого я являюсь, присоединились коллеги, почти 100 человек. Поэтому очень важно, что уже в ближайшее время, я надеюсь, мы рассмотрим его уже и в целом, и примем закон, который будет гарантировать выплаты тем педагогам, которых привлекают к организации и проведению любой формы государственной итоговой аттестации, не только госэкзамена, единого госэкзамена, но и любой. Это и ГИА-9, и другие отличные формы, которые утверждаются приказом Министерства образования и науки. Поэтому здесь... То есть педагогов наконец-то уравняли в правах. Да, но совершенно очевидно, что вы знаете, что девятиклассников, сдающих итоговую аттестацию, в два раза больше, их больше миллиона, 1 200 000 человек, а единый госэкзамен сдают 600 тысяч человек. Поэтому, конечно, любой педагогический труд, он должен быть оплачен и гарантирован законом, что мы, собственно, и делаем. Вас, и спасибо, правда, это многого стоит и большая работа, и я надеюсь, что мы доведем ее до конца. Но в целом, конечно, важные есть моменты, что на 2 года мы продлили в Государственной Думе дачную амнистию. Она была до 1 марта 2018 года, теперь она у нас до 2020 года. Поэтому, конечно, нужно, опять же, воспользоваться этой возможностью. Потом мы досрочно фактически, благодаря решениям нашего президента, найденным деньгам для обеспечения реализации такого решения Владимира Владимировича Путина, мы приравняли минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. То есть теперь, собственно, должны меняться и зарплаты, да? То есть на это долгий расчет был, да, сделан, и поэтому мы ждали это время, мы ждали, насколько это реализуемо, и все достаточно реализуемо, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время мы можем продвинуться еще вперед. Вот сейчас мы нашли, опять же, да, очень хорошо, что были возможности, и опять же, вот президент, озвучивая предложение в конце января, которые к нему поступали, вот одно из таких предложений, это продолжение строительства детских садов. Очень здорово, что все-таки были найдены средства, почти 50 миллиардов рублей на 2 ближайших года. Это 1,5 миллиарда почти, из которых будут именно в Чувашию присланы для того, чтобы мы смогли здесь обеспечить местами дошкольными наших детей, которые младше 3 лет. Ну и, конечно, разгрузить более старшие группы и снять нагрузку на педагогов. Это очень важный шаг. Конечно, для нас важно, что мы продолжаем строить школы. И мы стараемся держать на контроле в рамках федерального партийного проекта «Новая школа» и строительство детских садов, и уже подключаем счетную палату и прокуратуру, потому что прошла уже стадия заключения соглашений, и для нас очень важно, чтобы каждая копейка была рачительно использована и на стройке детских садов, и на строительстве школ. Поэтому мы будем отслеживать внимательно реализацию этого проекта, строительство будем отслеживать онлайн, потому что мы попросили, чтобы везде было видеонаблюдение установлено на всех строительных площадках, поэтому попросили, чтобы общественные советы нашего проекта во всех регионах наблюдали за строительством, потому что задача сложная, одномоментная, как вы понимаете, поэтому я думаю, что за Чувашию я не беспокоюсь, потому что всегда глава республики Михаил Васильевич Игнатьев, он лично держит на контроле такие объекты, вовремя вмешивается, и жители не замечают какой-либо проблемы, то есть деньги поступили, вот сад или школа построены. Поэтому здесь, конечно, все достаточно командно работается. И главное, что вовремя заявки отправляются. Потому что я теперь как координатор проекта «Новая школа», я вижу, опять же, активность регионов. И мне очень жаль, что жители вот других регионов страдают от того, что элементарно вовремя не заявляется даже потребность. Хотя она очевидна.
поэтому просто люди в итоге остаются без детских садов и без школ. То есть будет такая же ситуация, как с проектом «Детские сады детям». Не вовремя, вовремя не израсходованные средства будут перераспределяться другим регионам. Да, и абсолютно верно. Я подчеркнула, что есть регионы, которые будут в любой момент готовы использовать ту субсидию. И сказал, что Чувашская республика будет в очереди номер один. Поэтому, конечно, это плохо, если деньги не будут использованы из-за халатности или небрежности в реализации этой программы. Но, тем не менее, эти деньги уйдут другому региону. Во время региональных недель, вот вы регулярно посещаете нашу республику, какие вопросы, какие поручения, какие просьбы высказывают ваши избиратели здесь? Знаете, просьбы очень разные. Есть проблемы. Дорого стоят жилищно-коммунальные услуги. Проблема с, значит, дворовым устройством и, в частности, очистка снега. Очень много таких травматичных исходов, падений и прочее. То есть вот то, наверное, о чем я буду говорить с администрацией города Чебоксары. Но, с другой стороны, очень здорово, что говорят, вы знаете, очень хорошо, что инициирован проект благоустройства дворовых территорий, что жители начали спрашивать, а как они видят вообще судьбу своего двора, как он должен быть благоустроен. Поэтому, конечно, вот с другой стороны подчеркивают, что начали сотрудничать, взаимодействовать, и главное, что на это деньги даются. Вот это самое главное. Я так понимаю, что речь идет ведь не только о дворовых территориях, а вообще об общественном пространстве. Вообще о городской среде. Это и парковые зоны. Да, поэтому, конечно, здесь, когда есть ресурсы, когда есть мнение жителей, когда есть позиция администрации города, я думаю, когда все сходится, тут здесь такой исход один, да, очень позитивный и качественный результат. Поэтому я надеюсь, что снег сойдет, да, и мы увидим уже новые работы, новые дворы и новый облик города. Хотелось бы, конечно, чтобы так случилось. Есть проблемы, вот встречаемся в образовательных организациях, например, у педагогов дополнительного образования, у педагогов-психологов, например, нет возможности выхода на досрочную пенсию, да, то есть вот убрали такую возможность. Поэтому я обращалась с просьбой восстановить права таких педагогов. Есть проблемы с реализацией профстандартов, который был введен недавно, то есть вот будем отдельно разбираться. То есть это уже на федеральном уровне? Конечно, это все требует вмешательства на федеральном уровне, и в рамках вот нашего партийного проекта мы, например, вот в сфере образования создали несколько общественных экспертных таких советов, которые будут рекомендации свои давать уже по уровню образования, например, дополнительное образование, дошкольное образование, поэтому детские сады детям, он влился в общий проект, то есть детские сады детям он продолжает, но уже в рамках большого проекта «Новая школа». Поэтому, конечно, мы постараемся решить эти проблемы. Что касается, например, ЖКХ или реализации проекта «Местный дом культуры», на который выделяется очень много средств, и он долгоиграющий. То есть мы продолжаем вместе, опять же, участвуя, вот, республика, муниципалитет участвует финансово, продолжаем и реконструировать, и оборудовать материально-техническими средствами. Это световое оборудование, звуковое, это костюмы. Конечно, это радует. Мы встречались с директорами местных домов культуры, сельских домов культуры, и презентовали наш проект с Ниной Васильевной Смирновой «Караван искусств», когда выезжает мобильная презентация, и вот фактически вот эти репродукции, качественные, красивые картины, они размещаются в домах культуры. То есть нам нужно оживлять жизнь в селах, оживлять наших, наверное, детей, да, давать им возможность посмотреть на мир другими глазами, хотя бы чтобы так. Чтобы культурный календарь был более насыщен. Конечно, да. Поэтому есть и другие проблемы. Есть проблемы, вот мы дорабатывали, сейчас уже финальная стадия доработки, например, нашего законопроекта совместно с Дмитрием Анатольевичем Морозовым, председателем комитета по здравоохранению, по возврату медицинских сотрудников в образовательной организации. Здесь тоже есть некоторые трудности, и всегда нам педагоги об этом говорят. Поэтому проблем много, не хватает, нет психологов в школах, да, опять же, нет психологической службы, которая могла бы оказаться рядом, оказать помощь ребенку. Есть проблемы, проблем много, очень. Ваша программа минимум. Да, поэтому на 2018 год. Программа минимум на 2018 год. Знаете,
Ну, понятно, что есть, наверное, сфера образования, за которой я закреплена, и у меня здесь есть свои, наверное, какие-то пожелания. То есть, в первую очередь, я бы хотела, чтобы была сформулирована стратегия развития образования страны. Ее нет. Хотела бы, чтобы мы сформулировали вообще траекторию развития наших педагогических сотрудников, потому что автоматическое повышение квалификации, недосмотр за здоровьем, недосмотр за условиями, перегруз. То есть, мне кажется, нужно внимательно отнестись к положению участников образовательного процесса, в первую очередь тому, кто учит. Потому что если проблема у того, кто учит, значит, сразу система работать не будет. Это будет отражаться на детях. Поэтому, я думаю, родители это понимают. То есть нам нужно восстановить статус педагога, и пока это не сделано, поэтому свои предложения я подаю. И, конечно, хотелось бы приблизиться, да, вот к желаемому. Желаемое – это, ну, за 2018 год, не знаю, но стараюсь сделать все возможное, чтобы дать дополнительные гарантии нашим педагогам, в том числе и финансовые. Что касается вообще нескольких сфер, например, да, это активное участие в партии, в партийных проектах, то есть все, что можно сделать на территории Чувашской Республики, что важно, потому что у нас появилось много укрупненных проектов. То есть раньше проектов было больше, теперь произошло укрупнение, и сами координаторы теперь стараются, ну, достаточно серьезно работать, да, над повесткой, формулировать именно партийные предложения и реально влиять на сферу. Поэтому, конечно, я заинтересована в том, чтобы чувашские предложения были на столе у каждого координатора, чтобы нас слышали. Потому что мы не дублируем работу с, ну вот, с правительством, потому что правительственный уровень – это другой уровень. Здесь наша задача – работать с обществом, с людьми, аккумулировать предложения и аргументированно продвигать свою позицию. Вот мне нужны аргументы, да, проблема, аргументы и проект решений. То есть по любой проблеме моя задача, чтобы Чувашская Республика могла дать свое решение. Спасибо вам большое за такие подробные ответы. Спасибо вам огромное. Неделя эта продолжается, и хотела бы напомнить, что на этой неделе будут выборы президента Российской Федерации, от которых действительно зависит наш завтрашний день, наше будущее. И я в 8 утра уже буду на своем избирательном участке здесь, в Чебоксарах, поэтому я, пользуясь такой возможностью, Елена, приглашаю вас, чтобы вы не забыли об этом ответственном дне, 18 марта обязательно с 8 утра до 8 вечера воспользовались своим правом, которое вам гарантировано, и пригласить наших с вами слушателей, всех избирателей Чувашской Республики, всех, кто нас сейчас смотрит. Я никогда не лишаю себя такой возможности. Ну что ж, спасибо еще раз. Спасибо. Всего доброго. Всего я напомню, доброго. Что сегодня нашей собеседницей была Алена Аршинова, депутат Государственной Думы Российской Федерации.